Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать мы теплицу легенда номер 2. Шириной 2,5 метра, длиной 10 метров с перегородкой. Перегородка будет без полика, просто каркас перегородочный. Будет у нас 3 форточных блока и 2 стеновые форточки. А пока приехали, разложились, приступаем к работе. Каркас мы поставили, закрепили, полностью подготовили к покрытию. Начали крыть стену, нанизали одну стену. Сейчас вторую доделываем. Сейчас параллельно будут переливы устанавливаться. Стены доделаем и перейдем к крыше. Задача на сегодня — успеть ее полностью покрыть и прокрутить, чтобы нигде ничего у нас не болталось ветром, чтобы ничего не оторвало. Успели мы подготовить каркас, покрыть его, прокрутить все листы, чтобы они у нас никуда не улетели, зафиксировать основание, связать весь брус. Все у нас темнеть начало. Завтра у нас по плану доделать двери, доделать форточки, подвязку, и все, теплица будет готова. Так что всем до завтра, всем пока. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу легенда 2,5 на 10 метров. Стоит она на 3 рядах бруса. Брусы пропитаны антисептиком, закреплены между собой обязательно. Также имеется перегородка. Перегородка ничем не обшита, просто перегородка. Также есть система подвязки, 2 нитки, есть 2 форточки стеновые, есть 3 форточных блока на термоприводах. Каркас в этой теплице сделан из профильной трубы 20 на 40, верхняя часть арки, стойка 40 на 40, покрашена все полимерно порошковым способом. Поликарбонат 4 мм. 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. По периметру торца установлено обрамление в виде уголка 50 на 50. Также он прижимает поликарбонат к каркасу. Вот такая отличная, красивая теплица. По ширине она немножко, скажем так, компактная. Длина 10 метров. Хороший такой тоннель, хорошая длина. Отличная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем даже кино снимать будет. Ну что, расскажите что-нибудь. Очень довольна и счастлива. Так вот. Ну вот так вообще. Пару слов. Очень счастлива, я говорю, прям рада, довольна. Все, сезон буду уже готовиться. Все, ждем. Не дождусь весны. Да, ждем от вас фотографии. Крепкая, да. Ну да, вы тут у нас... Тут я проехал по участку, там стоят в основном арочные наши. Несколько я видел штук. Легенд здесь нету практически. Нету, наша самая лучшая теплица будет. Ну, теперь будет экскурсия к вам ходить, смотреть. У вас тем более участок еще так видно со стороны открыто. Дороги. Да, открыто. Открыто, да. Пусть завидуют. Ну, не надо, пусть лучше спрашивает. Интересуется.